Всем привет, с вами Time Games, и сегодня я решил разыграть финал Лиги Чемпионов. Я решил сыграть оба матча. Первый матч я буду играть за Барселону, второй матч сыграю Ювентусом. Итак же, начнем. Финал Лиги Чемпионов. Барселона против Ювентуса. Комментарий к матчу Time Games. У нас идет дождь. Команды выходят на поле. Красивый вид сверху, с вертолета. Судья Гевин. И мы начинаем. Мяч контролируют игроки Ювентуса. Проход по левому флангу. Ничем не увенчался успехом. Иньеста, Неймар. Пас на Суареса. Суарес мяч 4. Мяч у Маркизио. Так. Хорошо контролирует мяч Ювентус, а? Давай! Выбить. Есть. Кстати, играю на сложности и профессионал. Да что такое? Не могу отобрать мяч и все. Как-то отобралось. Пике. Поперечный пас на Матьё. Неймар. Крутится, вертится. Обратно на Матьё. Неймар. Мчится по левому флангу. Навес, штрафную. Удар. Не получается удара. Ювентус бежит в контратаку. Коман. Пытается обыграть всех и вся. Пас в штрафную. Марата упускает мяч. А и к тому же еще и был офсайд. Матья. Опасное место. Перевод на другой фланг Дани Алвесу. Хави. Месси. Месси зажигает по правому флангу. Наверх. Отбивается Ювентус. Марата. Бежит в атаку. Коман. Легко Барселона справляется с Команом. Все-таки более квалифицированные футболисты у Барселоны. Суарес. Еще совсем недавно он играл в Ливерпуле. И кусался. Здесь он только забивает. Так. Не получается отжать мяч. Бускетс. Пас на Хави. Хави бежит по правому флангу.
но его оттесняет какой-то игрок Ювентуса. Это был Пепе. Не подумайте, это не Пепе из мадридского Реала. Неймар бежит по левому флангу. Наверх, штрафную. И ничего не получается. Ничего не получается у атакующей линии Барселоны. Так, кого-то у меня сломали. Бускетса, мать вашу. Так, кого же мне поставить опорником? Опорников-то нету. Придется Ракитича. Хави опустить вниз. В зону опорной зоны. Ракитич справа, Нестор слева, нормально. Продолжаем. Большая потеря для Барселоны. Уже в первом тайме. А ведь еще и полчаса не прошло. Мяч у Комана. Форди Альба. Месси бежит с мячом. Сближается в центр. Входит в штрафной удар. И мяч от защитника попадает на угловой. Хави идет подавать. Навес штрафное. Дело до удара не доходит. И Буфон забирает мяч. Так, Перейра забирает мяч. Коман. Коман! Иньеста! Все, отбились каталонцы. Ну давайте же, ребятки, вот молодец, молодец. Мячик потерял, еще был в офсайде. Красавец просто. Форди Альба. Пас на Неймара. Но Неймар слишком близко к защитной линии. Тут он ничего не может сделать. Мяч у Хави. Пас на Иньесту. А вот здесь уже Неймар. Выбивают вал футболисты Ювентуса. Неймар из-за боковой на входе Альбу. Навес в штрафную. И... Ювентус опять отбивается. Очень мало моментов голевых. Хорошо обороняется Ювентус. Неймар. Суарес. Месси. Удар. Буффон отражает мяч. Угловой будет подавать Барселона. Хави подает. Снова отбивается Ювентус. Ракитич. Пас на Месси. И снова угловой.
снова угловой. Сколько угловых у каталонской команды. Снова Хави подает. Снова не доходит дело до удара. Все, конец первого тайма.